Вы наверняка с огромным нетерпением ожидаете даты выхода второго сезона сериала под названием «Миленький ты мой». Это драматический сериал, который снят по одноименному роману Марии Метлицкой. Многие зрители с удовольствием посмотрели первый его сезон, и он их очень даже вдохновил. В роли Лиды снялась Татьяна Чердынцева, она снималась в сериале «Хрустальная ловушка. Горячая точка». Роль Лидии Николаевны исполнила Людмила Артемьева. Среди фильмов с ее участием это «Сваты», «Капкан для монстра». Сейчас снимается в главной роли в сказке «Баба-Яга 2020». Роль Полины досталась Татьяне Черкасовой. Зрители знают ее по роли Алисы в сериале «Смерть в объективе». В роли Дмитрия снялся Макар Запорожский. Скоро мы увидим его в новой роли в сериале «Стражник». В остальных ролях снимались Щербаков, Житков, Роман Полянский, Гаврилова и многие другие актеры. К большому сожалению, продолжения данного сериала не будет, так как он получил вполне логическое заключение.